Значит, ну, вопросы о проведении гей-парадов в столице, они каждый год поднимаются гей-сообществом. Тем самым, я думаю, что это гей-сообщество делает вред только себе, ожесточает большинство населения, которое негативно к нему относится. Зачем они делают и зачем они злят большинство народа, мне совершенно непонятно. Своими вот этими постоянными неуместными криками, значит, об этом гей-параде, они приведут все только к тому, что их будут действительно вылавливать, бить и запрещать, как это вот сделано в некоторых регионах в России. А может это привести и к там, федеральным определенным запретам, репрессиям и возвращению уголовных статей. Вот. Поэтому те, кто кричат об этом гей-параде, они просто обыкновенные провокаторы.